По документам у вас нет детей. Найти оставленного ребенка через столько лет очень сложно. Настолько? А как вы хотели? Что отдали? Назад не воротишь. Ой, извините, но это несправедливо. И что, ничего не сделаешь? Придется подождать. Но у меня здоровье не очень. Столько лет ждали, подождете еще. Простите, но это слишком. Счастливо оставаться. Не попал. Нет! Здравствуйте. Вы кто? Меня зовут Сьюзи Траппа, я пришла за справкой. Вы меня простите, конечно, но нехорошо похищать людей ради справки. А стрелять в них за работой, по-вашему, хорошо? Я стрелял в себя. Разве? Поднимайте всех. Он будет снова убивать? Хотел бы сказать, что нет, но он согнан в угол и зол на всех. Мадам, я могу вам помочь? Спасибо, но я очень сомневаюсь. Если я найду то, что вам нужно, вы мне поможете? Да. Ого! Ого! Что ого? Бросьте оружие и поговорим спокойно! 5 шагов! Руки за голову! Вы все не так поняли! Вспоминайте, доктор. Я был врачом? Да, я родила у вас мальчика. У нас с вами есть ребенок? Мадам Траппе страстная, как все брюнетки. Она ищет в жизни радости и позитива. Сына своего она ищет. Это значит, ей нужна любовь. Я люблю тебя. Счастливо оставаться. Это самые важные слова в жизни. Кино с 31 декабря.